Конференция проводится раз в 4 года, нынешняя 7-я по счету. А вот Сочи такой крупный международный форум орнитологов принимает впервые. На курорт из разных стран съехались 120 ученых. На этот раз в центре внимания хищные птицы Северной Евразии и их проблемы, адаптация в современных условиях, а также состояние популяции редких видов птиц и их охрана. Хищные птицы обитают на территории ООПК, расположенных в Сочинском Причерноморье и в природном орнитологическом парке, в Сочинском национальном парке, в Кавказском заповеднике. Кроме того, через территорию Сочинского Причерноморья проходит миграционный путь. То есть через нас весной и осенью хищные птицы мигрируют. Поэтому вопросы их охраны очень актуальны для нашего региона. Птицы не знают границ, отмечают орнитологи, поэтому очевидна необходимость международного сотрудничества в исследовании пернатых. Конференция в Сочи продлится до 24 сентября. В программе, кроме пленарных заседаний и симпозиумов, экскурсии по дендрарию, Красной Поляне и Сочинскому орнитопарку.